Чёрствое сердце. Сотрудница детского дома в Адыгее избивала одну из воспитанниц. Шокирующие кадры прислал наш гражданский корреспондент. Пошла на койку. Пошла, капельница. Причем воспитанница детского дома была еще и нездорова. Запись сделана в одной из больниц Майкопа. По словам очевидицы, каждый раз, когда девочка начинала плакать, воспитательница била ее по лицу. По факту жестокого обращения с ребенком из детдома Следственный комитет уже инициировал полицейскую проверку.